19.03.24 года. Поехали, друзья. Смотрите, я хочу проанализировать. Вот единственная причина, потому что вот я знаю, что многие будут обижаться на меня там. Но вот у нас как... Меня вы не дождетесь, как вот от Кремля, от путинской там пропаганды, от коммунистической пропаганды, что вот наш народ замечательный, вот все, вы очень любите лезть, я это знаю. Я знаю, что многие меня вот просто не дослушают. Я не говорю о тех, кто нам помогает, поддерживает. И тысячу раз им благодарен за это. И Россия вас благодарит. Вот. Но, в общем, у нас, как вот у любого человека, у нашей нации очень много умных людей, но очень много людей, которых мы называем тормоз. Можем назвать тормоз. Вот просто единственная причина, почему мы эту войну до сих пор не выиграли, не вышли на польскую границу, просто... Малое количество, ну, YouTube вот однажды щелкнул пальцем, и вся моя статистика сразу вот так ножом обрезалась, понимаете? То есть, ну, это понятно, что как бы и как бы не осуждают там. Может быть, и на YouTube-то сам давят, как бы раньше это было какой-то такой оплот свободы слова, а сейчас вот, ну, как бы вот, ну, то, что есть, я сейчас не буду все об этом, все трубят, все матерятся по этому поводу, я сейчас не буду об этом. А, вот. Я сейчас о другом. А, вот давайте проанализируем сейчас, потому что почему не проанализируем, а я скажу. Почему мы до сих пор не победили? Я вот несколько раз говорил, что о подземной войне. Я привел вот этот замечательный пример, который взят мой иной из Великой Отечественной войны. Когда великий Сралин значит, бросал наших солдат, значит, на вот эту облитую водой, замерзшие вот эти позиции немцев, и они не могли взять. Несколько атак. Сралин, видимо, убедился, что он генералиссимус наш незабвенный, что он все-таки ничтожество, и все-таки прислали, наверное, там какого-нибудь опального генерала, ну, может, не генерала или полковника, который прокопал под этим подземным, и в один день просто взорвал. Вот я просто, и вся позиция немецкая испарилась, просто вот так. Красиво сделал, пока они вот тратили это время, вот именно это можно было сделать. Ведь, понимаете, вот где-то в направлении Авдеевки наши там продвигаются. Ну, наверное, может быть, там не стоит вот эти вот... как бы прокладывать вот эти траншеи, которые можно сейчас и принципом аккумулятивной струи, я объяснял как-то, и механически, то есть это механически можно здесь делать, но периметр фронта громаден, и можно там, где затишье, можно было спокойно прокапывать вот это, потом. Да, я уверен, что даже можно было так, чтобы по этому подземному каналу прошел танк. Представляете, 200-300 танков оказалось в тылу бандеровцев. Да? И они вступили в бой, как они вот там любят. Вот полезли там на минные поля. Нет, они просто прикрыли наших саперов, которые установили минные поля и просто, скажем... линию в 10-15 километров там взяли, да и, а может и больше взяли и отрезали. И тогда уже
частям, которые бандеровцев, да, которые вот там соприкасались с нашими, ну, скажем, давайте возьмем Херсонское направление, где там, допустим, где-то там затишье, да, вот они оказались бы в таком положении, что им и оставаться рядовой нельзя, и упасть нельзя, потому что надо сначала проволочные ограждения, потом преодолеть мины, установленные на вибрацию, преодолеть мины противотанковые, противопехотные, магнитные. И еще тысячу вариантов мин можно. И только потом они бы там вступили с танковыми частями, которые у нас уже бы там стояли в противоборство. Я бы посмотрел, как бы у них... И при этом мы бы не понесли, мы бы по-суворовски воевали. Вот я слышу много разглагольствований. Вот нас торопят, это большевистские все эти там, эти вот пропагандоны, вот эти вот советские. Но я хочу сказать, мы как раз не так. Можно вообще стоять на месте, можно отступать, как Кутузов. И в результате похоронить армию, которая высококлассную, которая в три раза тебя превосходила по численности. Вот так красиво можно воевать. Причем, если бы мы вот этот принцип И нельзя сказать, друзья мои, вот те, кто нам помогал, что... Это совсем не осталось без этого. В Авдеевке начали под Купинском, но почему-то там развитие это не получилось. То ли там засмущались, что бандеровцы начали над этим хохотать. Но под Авдеевкой у них уже рожа перекосилась. Когда в район Цаохот подземь наши. Кстати, рухнуло. Мы сейчас рухнули метро. Вот где дали... Вырубить, можно его лепить стальными конструкциями. Это не это редут, это непреодолимая крепость. И причем они не могли бы реализовать при этом свое преимущество в космосе. Потому что великие сралицы наш космос спустили, и мы сейчас занимаем третье позорное место после Китая. Понимаете, по числу спутников. И дело Сиролёв, когда он опустил космические аппараты на Луну, оно и когда Луну-3, вот эта банда вот эти газдеповская, ЦРУшная, значит, Хрущев, ну, уже слабо. Они взяли и все это срисовали, а потом сказали, мы сделали великий шаг, а у них просто было денег больше. Просто всегда не денег, потому что их уникальная возможность все спустить вообще в унитаз, в канализацию. Любые наши достижения, то, что мы, вот мы имели 60-80 тысяч танков, все они порезали на металлолом, долбоящеры просто, кретины. Но я любой старенький танк, это есть оружие, он способен убивать, он как-то защищает. И главное, что еще, ведь танки способны защищать от радиации, не просто там быть укреплением стационарным и находиться в зоне радиоактивного заражения. А он способен, пусть медленно, пусть как Т-34 уехал бы 40 км в час, приличная скорость, то есть люди, которые в нем находятся, защищены от радиации и и модернизировать можно было эти танки. Вот. Но сейчас не об этом речь. Я бы хотел вот еще какую обратить внимание. Ну, вот чтобы наши балбесы коммунистические прорыли вот тоннели, которые прошли бы танки,
Ну, это какая-то моя несбыточная мечта. Я уверен, что даже там, где дважды вот делали такие вот чудеса суворовские, да, вот все это делалось лопатами, я думаю, все это делалось на энтузиазме голом, понимаете, а какой-то правительственной, такой продуманной такой политики, ну, вот эти чванливые наши паркетно-диванные генералы, они на вот это вот, я думаю, ну, не про всех, конечно, я там говорю, вот, надеюсь, что как бы меня поймут правильно, кого я имею в виду, да, вот, ну, я вот хочу, смотрите, какой момент обратить внимание. Ну, можно вот сейчас, я больше надеюсь на нашу, не на Кремль, а на наши волонтерские организации. Вот хотелось бы разбудить какую-то вот инициативу, разбудить творческую мысль. Смотрите, как можно еще сделать? Я вот при этом хочу сослаться опять на прошлые времена. Потому что история прекрасно знает сослагательное наклонение. Потому что вот такими же дебилоидами были коммунисты в 41-м, в 42-м годах. Что я имею в виду? Дело в том, что вот я рассказывал на своем канале, что стал план Блау оказался в руках вот этого дебилоида, сказочного идиота, великого Сралина, нашего генералиссимуса. Вот. И вообще, конечно, немцы запаниковали.